Всем привет! Очередное видео о заброшенных военных объектах на территории Эстонии. Сегодняшний объект остался от Российской империи. Этот объект, или даже лучше сказать, эти объекты, находятся в районе Астангу. В этом районе, в этой местности, в то время решили выдолбить склады для боеприпасов. Эти склады должны были быть в виде ангаров. Это даже не ангары, а тоннели, выдолбленные в породе. И форма у них была в виде латинской буквы «У». В настоящее время их у нас тут 6 штук. Одни ангары законченные, они облицованные, ну а другие не законченные. Либо они просто обвалились со временем. В одни ангары можно спокойно зайти и пройти от начала до конца. Один затоплен, в нем стоит вода. Но зимой, если вода замерзает, можно туда пройти. Остальные ангары, они, конечно, обвалились со временем. Возможно, они были просто незаконченные. Но туда можно пройти. Если вовнутрь зайти летом, внутри в воздухе что-то летает. Видимо, это влажность или сырость. И видимость очень плохая. То же самое, ангар. Зимой этой сырости и влажности нет. В воздухе ничего не летает. И видимость очень даже хорошая. И как раз этой зимой я решил туда поехать. Видимость была хорошая, в воздухе ничего не летало. И я решил снять видеосюжет о том, как я прохожу один ангар от начала до конца.